Мы должны тогда вместе с вами создать рабочую группу, которые уже были созданы, я знаю, но так и не реализованы. Когда предприятие профдезинфекция, оборот компании более 3 миллионов, прибыток более 3 миллионов гривен, а чистая прибыль 34 тысячи гривен. Ну, поверьте, вы нам делегировали управлять ими, но мы подотчетны вам, и эти предприятия, которые сегодня существуют за счет нас с вами, за счет жителей области, но которые на самом деле показывают только цифры, и цифры, к большому сожалению, не увеличиваются, а уменьшаются с каждым годом. Я проанализировал и 2013 год, и 2014 год, вот, и прогноз уже 2015-2016 года. Поэтому я вас полностью поддерживаю, поэтому были созданы уже мной комиссии. Я прошу депутатов областного совета, профильных комиссий, войти в состав этих рабочих групп. И в будущем году каждый руководитель предприятия должен нам как отчитаться, так и предоставить свой план развития предприятия. А мы с вами вместе примем решение, что дальше делать, как с предприятием, так и с теми руководителями, которые находятся на данных должностях. Я прошу поддержать данную программу и... для того, чтобы наше финансовое управление могло уже приступить после принятия бюджета в Верховной Раде к формированию нашего областного бюджета, тоже